Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Билл. Я продолжаю проходить игру Call of Duty Black Ops 2. У нас следующая миссия. Давайте возьмем... Точнее, определим, что мы будем брать. Да я, в принципе, не разбираюсь в этом оружии, так как это оружие будущего, так как следующая миссия будет идти в 2025 году. Так что особо я выбирать тут ничего не буду сегодня, друзья мои. Ладно, погнали. Будем играть за Дэвида Мейсона. А Дэвид Мейсон – это сын Алекса Мейсона, главный герой прошлой части. Ну ладно, все, хватит этих разговоров. Погнали. Как все начиналось? Твой старик пытался убить Менендеса. Менендес решил отомстить. В то время Менендес был широко известен в узких кругах. Он сколотил состояние, управляя наркокартелем Никарагуа. Он ему по наследству достался. ЦРУ пришило его старика. Старый циклоп жутко зол на меня. Проблема не только в том, что у него хватает денег отомстить. Пока мы маемся херней на Ближнем Востоке, русские с китайцами хорошо устроились. А политики выставляют все так, будто дело в идеологии. Хрень все это собачья. Дай телефон. Как-то Луц очень много знает. Источники энергии. Почему мы надо с ним убили его? Зависит. А кто все это контролирует? Китай. И пока корпоративная Америка лежит зад Китаю. Сраный Рауль Менендес. Козел. Я сказал Аксону, они заняты. Что Ясно. Штука дронов началась. Серьезно? Вы хотите создать целую армию на основе одного минерала, который полностью контролирует Китай? Выпить. Эй, дурень, принеси газировки. Возьми из нычки медсестер. Премьер Китая. Правительство США много дерьма успело навалить. Но тут оно и правда было ни при чем. И это делает Кордис Ди еще популярнее. Директора ФБР нашли мертвым. Сожгли заживо. В данный момент миллиард человек верит, что Рауль Менендес – мессия. Это не так. И советую побыстрее нахрен от него избавиться. Миллиард – это как-то очень много. Иначе плохо будет. Это половина населения всего мира. Посмотри. Ну, маленькая часть. Менендес целую армию тут сныкал, твою мать! База в 2 километрах к югу, среди развалин храма. Кажется, они готовятся к отправке. Сколько сейчас последователей у Кордис Ди? Где-то с миллиард? Скорее, 2 миллиарда. И ни один из них не поверит, что их лидер террорист. Два миллиарда люди, вы чё? Только представьте, 2 миллиарда. Пора узнать, что здесь прячет Менендес. Ну чё, погнали? Готов? Надо сохранять скорость при размахе. Не хочется сорваться. Ну ты прав. Не хочется. Харпер. Наш друг. Так. Ты глянь, технологии будущего. Но будем надеяться, что так оно и будет. Ух, успел нажать. Поверхность немного неровная. Сильнее прижимай на рычаг. Пока все нормально. Как они держатся? Готов? Даже не представляю. Ей-ей-ей-ей. Ладно, пойдем. Мой черед. Погнали. Еще раз. Поехали. Так, еще раз. Ну, я уже понял, как тут и куда нажимать. Так что, в принципе, проблем не должно возникнуть. Вау. Даже клавиши мыши не надо было нажимать. Что творится? Так, так, тихо, 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 тихо. Тихо, не упади. Давай, давай, давай. Так, все как ты, кто порядок. Такой?
благодаря тебе. Прямо двери нараспашку. Их тут едва больше минимального расчета. Легче легкого, крошка. Не стоит недооценивать Рауля Менендеса. Это Салазар какой-то. Интересненько. Его последователи явно так и делали. Кстати, а что именно означает Кордис Ди? Это латынь. День сердца. Или какая-то херь вроде этого. Звучит благородно. Но глупо. Менендес хочет, чтобы его последователи так и думали. Поверь мне, это не так. Кросби, выдвигайся. Че, погнали? Уи! Ничего себе, ребят. Вот это да. И музыка как раз такая прикольненькая. Вот если в будущем такое будет, я вообще буду в шоке. Там, расчаянно в горе! Раскрываю парашют. Так, аккуратно. Так, тихо. Главное хорошо приземлиться. Ты как? Порядок. Все нормально. Кросби, левую сторону держите? Порядок. Ждем твоего сигнала. Все, эпичная музыка закончилась. Враг готовится покинуть территорию. Ждем приказов. Нам нужны точные данные об их возможностях. Вам разрешено открыть огонь. Что за... Сектор, ты это видишь? Да, как его сниму, пошли. Эм и граната уничтожат их маскировку. Гранаты? Ты думаешь, нужно бросить гранату? Окей. Я так и сделаю. Вау. Ха! Отлично. Прости меня, Харпер. Не хотел в тебя попасть. Противник в лифте. Так, все отлично, отлично. Перезарядка. Пушкин кот. Так, тихо. Так, это лифт. Так, идем дальше, ребят. Ой-ой-ой, кто там так со всей силой? Так, аккуратно, ребят. Так, тихо. На. Да ну, сдох. Отлично. Замечательно. Так, тихо. Так, идем в ту сторону, ребята. Сейчас мы тут всех убьем. Невидимки, блин. На. Ой-о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 й. Так, давайте залезем сюда. Постреляем немножко дроном. О, круто. Так, Харпер, тихо. Ты, Харпер, специально, что ли, лезешь под пули? Так, перегрелся немного. Тихо. Давайте, сколько вот, блин, сломали или что-то? Кажись. Так, идем сюда, так, тихо. А, это наш. Так, супер. Вот можно пополнить наши патроны.
Так, посмотрим. Так. Давай, они пытаются сбежать! У меня... Так, вы чё? Вот так. Приспешником Рауля Менендеса. Я сломал первую турель. Так, осторожно. На. Так, там больше нет никакой турели. Погнали дальше. Так, ну что дальше? Сдох. На. Давайте пополним запас патронов. Быстренько, быстренько, быстренько. Я постоянно боюсь, что они закончатся. Так что постоянно хожу и пополняю. Так, что вы тут делаете? Топ-топ-топ-топ. Чуток на меня сразу топ. Все, отлично. Фух. На. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Че там бьешься в конвульсиях? Мне показалось. Давайте опять пополним наши патроны. Я постоянно переживаю. Так, все, пошли, ребята. Этот комплекс гораздо больше под землей. Кракен, это сектор. Наземная часть комплекса нейтрализована. Начинаю исследование дополнительных структур. Взрываем! Назад! Так, что ты сделаешь? Ух ты! Осторожно, так, что там у нас внутри? Так, ух ты, как тут красивенько, грязь какая-то, ну это из-за дождя, понятно. Так, а чё тут чё? Так, давайте быстрее, друзья, что вы так медлите? Вот срань, ты смотри, блин! Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров, внутри связи не будет. Сообщи Бриксу, скажи, мы заходим. Кракен, это Харпер. Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Наземная группа отправляется к вам. Время прибытия сообщу. Хорошо. Салазар, открывай. Давай, Салазар, по-быстренькому. Так, а тут что у нас? Какое-то оружие. А, не, не оружие. Оптические системы противника. Надо передать техникам на анализ. О, мы тоже невидимые ребята. Они тебя не заметят. Вау. Теперь мы тоже можем становиться невидимыми. Ребята, вот это мне нравится. Так, так, ладно, давайте пойдем. Что за... Ёлки-палки, я испугался. Ёшкин кот. Но мы все равно невидимыми можем быть. Надо дать... Блин, увидел.
Да. Чё-то как-то невидимость не особо помогает. Продолжать натиск! Отлично. Идем дальше, ребят. Так, что тут у нас? Ты офигел? Блин, мы тупо сделали круг. А это мне не нравится. Ух, как не нравится. А, это ты, блин, наш. Так, это лифт. Отличненько. Так, давайте перезарядимся. На. Ёшкин кот сейчас грохнут меня и все. Отлично. Ты прав, Харпер. Эти штуки отлично взрываются. Что ты делаешь? А, ты снимай, маялся. Так, отлично. Супер. Убиваем их. И идем дальше. А, там турель какая-то, ребят. Мне надо как-то уничтожить. Так, возьмем нашу вторую пушку. Сейчас она взорвется. Снесло просто. О, блин, нет. Ёшкин кот, что там взрывается? Ладно, тихо. Тихо. А, все, все. Фух, справились. Идем, идем, идем. Куда нам надо, сюда? Или куда? Это технологии 3D-производства, компоненты оружия, брони. Менендес готовится к войне. Да ладно, Харпер. Уц рассказывал, сколько денег Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть! Ладно, мелкий засранец. Теперь ты работаешь на дядю Сэма. Да? Ну, хорошо. Будь нас защищать. Вот эта маленькая штучка. Прошу, не убивайте меня! Ладно, ты приходи. Кто? Так, мне это не нравится. Это лаборатория связана с известным террористом. Начинай говорить, или хуже будет. Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Кто там? Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись, нахер! Ложись! Ложусь. А, ты ему? Эрику? На. Получите. Идиоты. Террористы! Так, ты сдохни. Блин, мне очень мало патронов, ребят. Мне надо как-то их пополнить. На. Так, давайте экономить. Возьму какую-то пушку. Другую. Ну или вот этот пистолетик. Турели грёбаные. Все чисто. Сюда. Открыть замок могут только два человека. Блин, ни у кого я нет за тобой. Патронов, что ли? Да ладно, никого нет патронов. Такие пора же, как за дело, у меня. Сектор.
Да сейчас, подождите, я... Патроны... Ну чё, у вас вообще нет такой же пушки? Ладно, я заберу у вас вашу. Так, кто-то неплохо стреляет. Так, ладно, будем бегать с этой пушкой. Окей, открываем. Чё тут у нас? Супертайное оружие какое-то? Вау. Ну, красиво. Что-то мы медленно как-то ходим с этой новой пушкой. Ну, хоть что-то. А то у той патронов почти не было. Так, что это такое? Давай, рассказывай. Квантовая запутанность. У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. В лаборатории ходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. О боже. Что он же хочет сделать? Юх, и Эрик! Тварь, как вы задолбали. Они убили нашего Эрика, он даже не договорил. Как там наше подкрепление? Что за хрень? Оборонительные позиции. Так, давайте возьмем вот эту пушку. Она более удобнее. Придется пробиваться с подкреплением или без. Это не конец. Так, ну тут тоже очень мало патронов, друзья. Ну хоть что-то. Стопни. Так, идем дальше. Что там? Кто там орёт, блин? Так, осторожно, осторожно. Хватит уже так неожиданно стрелять из ниоткуда еще. Причем? Давайте вот эту лучше возьмем. Так, все, погнали. На. Это Брикс. Фух, наконец-то отставить! Мы прошли. Это спасательная группа. Заждались мы вас. Адмирал Брикс. Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам целерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее. Но он ничто. Лишь жалкое подобие человека. Что-то как-то прозвучало глупо. Ну ладно, фух, мы прошли эту миссию. Что будет дальше, вы узнаете в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, оценивайте, комментируйте. Всем удачи и всем пока.